Друзья, доброе утро. Короче, у нас опять после дождя ничего, а вот сейчас вода опять прибыла. Домой не зашла еще пока, но еще не вечер. Короче, опять у нас все по новой. Фух, это ужас, ужас какой-то. Позвонили 112 в единую диспетчерскую службу, в аварийную службу. Куда еще звонить? Приезжала комиссия с исполкома, с администрации. И что? Он сейчас опять. Бля. Ох, да уж, какие тут караси. Все, она вот отсюда пошла, через верх. И что, поперек ложится? Как ее остановить? Сейчас двор быстро наполнится. Пойду кухню ждать. Вот она под полом журчит. Полный огород. Короче, я сижу, жду, пока она... Ну, Алёша говорит, может быть, сейчас пол... Ну, под полом все наполнится, может, остановится. Но она не остановится, она уже во двор идет. И мне кажется, даже глубже идет, вот, ну, выше. Ой, не знаю уже, куда бежать. Так спали хорошо, Алёша проснулся. Уже до такой степени мы привыкли, просто от булька. Булька проснулся, сразу... Подорвался в окно, посмотрел и кричит мне, ритм нас опять топит. Вот так вот. Уже мы на таком нервике уже от булька просыпаемся. Матроскин, иди прячься. Матроскин просит еду. Я ему говорю, прячься, иди. Вот стою на кухне, жду. Может быть, как-нибудь не зайдет домой хотя бы. Не, поднимается, Алёша говорил, 10 сантиметров от пола, уже больше. Пока до станции там еще, наверное, сантиметров 40. Ждем, вдруг будет падать. Что, сейчас если станцию поставишь, опять ее ставить, это, блин, такая история длинная. Алёша, она поднимается нормально здесь, быстро. А? Поднимается здесь быстро. Поднимается, конечно, она. А как же не будет подниматься? Поднимается, будет подниматься. Потому что это... Куда ей деваться-то? Возле дома стоит она. А? Что-то мне кажется, этот, глубина больше, Алёш. Где? Ну, как-то воды больше, что ли. Ну, так. Нет, так же. Было больше, что? Станок вообще первый раз под водой был. А, ну да. Ребят, снова дождь начался. Вот я иду снимать ручеек. Вот сегодня отсюда уже вода шла. Сейчас вот пока был перерыв, вода остановилась. Надела сапоги. Сейчас идем к ручейку, если я пройду. Вот здесь вода. Сейчас вот это все наполнится, а дождь не останавливается. Он будет сегодня целый день. Дождь сегодня будет целый день. Короче, я уже туда не пойду, тут глубоко уже все. Сейчас сверху пойду еще сниму. Вот сейчас она здесь заполнится, вода, и опять пойдет. Никто нам русло не прочистил, никто ничего не сделал, хотя комиссия была 2 дня назад. Посмотрели, сказали, не у вас одних такое. Но ведь здесь всего лишь почистить русло, трубы прочистить, чтобы вода не шла. Вот ручей. Вода еле-еле уходит. Потому что она уходит к нам в огород. Вот, еле уходит. Она не справляется. Сейчас еще, если дождь посильнее будет, и все. Если она там вот тут пойдет сверху, соединится, и будет опять пипец полнейший. Вот всего лишь там 2 трубы проходят внизу, которые надо почистить. Хотя бы расширить русло и поднять берег. Вот на другой стороне. Вот труба полная. Она просто не... 3 трубы, они не справляются с потоком. Сейчас, если подымется, все. Вот у соседей. Вот шланг такой, смотри. Угу. Если высокое давление не дает ему...
Я разорвался. Вот у соседей. Вот что творится. Вот там. И с дороги еще приходит. Ну, с дороги там пойдет, да, конечно. И уже обращался. Раньше время, 19-й год, 20-й год. Да. 19-го года он воюет, а толку ноль. Толку ноль, да? Нет. Один раз трубу прочистили, и все. Вот урожай, вот ущерб какой. С дороги идет вода, везде грязь, соединяется. И вся грязь, и вся нефть, и туалет, и канализация, все. Куда больше? Ой, ну все, это сейчас вода, пойдем. Кто еще кого-то затопило? Кто отвечает за это? Да, кто будет отвечать? Никто не будет. Оставим. Кстати, синенький есть пластиковый? Сейчас синий пластиковый насос есть? Ну-ка, дай-ка. Вон, ну у нас так же. У нас тоже так же, да, полный погреб. У нас насос станция, вот я опять вычислил. Полезно. Потом будут думать, ну, если она, потом зима пластик придет. Она же разводится. Она? Она да, канал. Ну что, идем сами чистить, раз технику не дают. Ну, здесь же вопрос только в том, чтобы расширить русло, почистить трубы хотя бы. Хотя бы. Да, мне сейчас вот в сетях там задали вопрос, а кто бросает мусор? Ну, это природный мусор, ветки несет, с нефтебазы все несет. Комиссия для чего приезжала в Google? Вот сюда к нам приезжал мужчина с администрации. Труба не забита. Она сюда прорывается. Да. Это люди, люди жалуются, что и с этим. Водой обрызгивает. Вот, размыло, видите, дорогу размывает, и вся вода с дороги, все ручьи идут вниз. Вся канализация, вся вот эта. Вот эти дома, которые стоят возле дороги, они все в воде, которая спускается вот здесь по трассе. Ну вот уже сами сделали, чтобы туда спускалось, потому что вода идет вот сюда в дом, в крайний дом. Ни хрена себе, наконец-то не будет. Там не много. Но оно задерживает поток. Алёш, наверх, сверху задери. Во-во. Вот, даже быстрее пошла. Алёш, серединку вот эту почисти. Расшевели там чуть-чуть. А? Диаметр метр 20, да, у кольца. 400. У кольца. 400. До 400. Метр 20, да, вот. Метр 40. Метр 40? Да. Три трубы по метр 40. А тут глубина 70 сантиметров. Вот на 80% забита. На 80% забита труба. Ну вот все, что смогли, вытащили. А Алёш, надо еще с той стороны, наверное, посмотреть. С той стороны вот дороги. Вот там залезешь, блин. Там. Ну он там же так же идет, как и здесь. Ветки вытаскивали, все вот так вот это пилить все надо, убирать, носить. Чтобы не задерживали все. Вот мне все равно идет. Вот у меня главная интересная.
Так, ребят, где тут выкинули железку? Вон железка, вот. Так, сейчас я поднимусь. В сторону пройду. Снимай, который падает, нормально, не мешает трубку. Сейчас вот здесь. Опять задыхание идет воды. И обратно идет вручение и не дает ухода воды. Вот. Сколько здесь мусора, сколько веток, сколько сухостоя здесь идет. Вот этот сухостой все забивает. Здесь, получается, стоит вода и обратно идет в ручей. Вот этим мусором оно все забивает. Вот вода стоит. Алеша, вот здесь почисти немножко. Вот сейчас снимаем видео все. Да, Алёш, давай потом. Да, потом давай. Позвони. Если бы забор упал от воды, вот все рушится, забор упал. Вот там все, ручеек раз этот. В обратную сторону двигай, сюда. Он в обратную сторону, да? Да. Он в обратно, да, Серег, бежит? В обратную сторону. В обратную сторону. Там выше, там выше. Она туда бежит, туда. Перенеси ее сюда, пожалуйста. Ай, да, ай, да. На, мой телефон забери. Сейчас, подожди-ка. Нормально, сядь. Вот это, в этот карман все. Застегнет, он булькнет все. Не, он не застегнется, большой. Искать надо. Застегнется? Вам пошли. Давай. Вода, вода бежит в обратную сторону, к нам. Там глубоко, нет? Здесь я прошел нормально, просто это. Тебе вот все перенести. Да не, а, я так туда иду. Пройдешь ты так? Пройду, пройду. Не пройдешь ты. Там глубоко, о. Нормально, нормально. Вот, смотри, сколько здесь воды. Не пройдешь? Да. А, давай. Перенеси. Давай, верхом, прыгай. Ёкарный бабай. И вот я там оставил нафиг. Костя, осторожно, Костя. Держись, держись. Сергей, давай, держись. Снимай, там, смотри, смотри. Давай, давай, давай. Куда на твёрдый. А, ну вот, видишь, что тут творится? Ну вот, смотрите. Лёх, она куда бежит? Смотри. Она? Нет, туда бежит. И разворачивается вот здесь, вот разворачивается. Ну, ручей, вот здесь разворачивается, ручей, да. Там. Вот забор, да, ну, увалило. Ну, что-то нету. Самого вот, смотрите, затор, вода не уходит, ну, вода целая стоит. Река, целая стерля, блин. Целая стерля. Из-за такой плотины, куда вода-то пойдет? Конечно. Здесь чистить все надо. Серёж, вот тебе там течет, а это сюда она возвращается. Не она не уходит, не уходит вода. Вот где стоит. Вот а, конечно, администрация она, да? Посмотрела сверху. Вот забор пустил. Там забор. Еще чистили. Там, ребят, забор упал, его... все тут рушится, все упало. Проезжает. Ты знаешь там? Да. Они, ладно, вот, здесь надо все чистить, все чистить. Ребята, вот где это, где администрация? Почему мы, вот жители, ходим здесь? Почему они здесь не смотрят? Где ЖКХ, где аварийная служба? Нас топит, помогите. Ну, он, наверное, вот так туда, на Кирова пошел. Вот так он идет. Ну, сейчас посмотрим, у нас пока только уровень, уровень пока сейчас стоит, сейчас глянем. Так, перехожу дорогу, ребята. Дорогу перешла, вот здесь. Что там, забито тоже? Она может быть, была это. А тут есть что? Вот, вот, забито. Не чисто. Да! Иди сюда. Полностью забито. Вот полностью забита труба. Я чисто. А-а-а. Вон что. Вот вода вся уходит. Вот она не идет. Вон, Алёш, ну как ее тут надо этим?
А тут вообще завалено. Где она? Вот, и не видать. Она вот здесь, накопалась. Вот это ливневка называется, забитые ливневки. Вот ливневка забитая. Труба есть, вот труба. А она вся грязью забита. Вот, смотрите. И с этой стороны вообще трубы не видать. Где вот администрация? Вот одна, вот ливневки, потоп которые. Надо машину снимать. А, туда. Да, обрызгиваю. Сейчас проедет. Вон, все. Вся вода идет туда. Зачем они их положили, непонятно. Вот обрызги сейчас, будет брызги. Снимай. Вот, брызги. Вот. Вот брызги. Людям как здесь ходить? Ну, тротуар сделали. Вот это что положили? Преграду для того, чтобы вода туда не стекала. Она вся стоит на дороге. Идет на участке, на шоссе. Да, от проезжающих машин. Вот этот двор заливает. Все с дороги идет во двор. Снимай. Все брызги, все снимай, как они все сделают. Смотри, вот сейчас большая машина. Сейчас брызги. Вот она, все. Обрызгала. Вот это тротуар называется. А тут все забито. Вот она бьет. Бьет работает. Все. Они как будто преграду положили. Вот пошла, пошла. Она спит туда идет. Докарный бабай, ёпсель-мопсель, вот да, так, да. Вот так брызжет. Да тут мы на дороге ходим вот с мужиками, а вот такая отделка. Вот, всё это идёт во дворы. По дороге вода стоит.